структурная схема СВЧ установки. Установка применяется для нагрева нефтешлама. Виды переработки нефтешламов в резервуарах и шламонакопителях. Первый вид – очистка резервуара. Второй вид – очистка грунтовых амбаров. Третий вид – очистка донных нефтешламов. Очистка резервуаров. Очистка происходит без нарушения целостности резервуаров. Экономия времени размыва и удаление нефтесодержащего остатка в 10 раз. Нагрев нефтешлама происходит с помощью СВЧ-генератора. Размыв осадков специальными размывочными устройствами. Нефть насосом подается в теплообменник. В теплообменнике нефть нагревается и направляется к размывочным устройствам. В размывочном устройстве происходит размыв осадка до установленных норм. Нефть сдается заказчику. Для ускорения процесса размыва осадка и предотвращения его выпадения используются химреагенты. Очистка земляных амбаров. Очистка шламонакопителей происходит в два этапа. В земляном амбаре шлам содержит значительное количество воды, земли и мусора. Разогрев нефтешлама с помощью СВЧ-генератора до жидкого состояния. Откачка насосом на переработку. Нефтешлам очищается от механических примесей. Нефтешлам подается в теплообменник для нагрева. Откачка нефтешлама насосом. Переработанные нефтепродукты смешиваются с товарной нефтью. Очистка донных нефтешламов. Донные нефтешламы и нефтезагрязненные грунты подвергаются обработке специальными средствами. Донные нефтешламы очищаются и подаются в теплообменник. В процессе переработки используются специальные реагенты. Очищенные нефтепродукты откачиваются насосом в резервуар. Очищенные нефтепродукты смешиваются с промысловой нефтью.